Так, а что это, мне надо через эту преграду перепрыгнуть? Так вообще легко. О, взял и перепрыгнул. А вот здесь уже, а тоже нормально, тоже легко. Черт, а я сейчас так возьму, схитрю. Вот сюда мы запрыгнули. Подожди, а что меня скидывает? А-а-а, тут специально разработчики сделали так, чтобы нельзя было задерживаться здесь. Смотри, нас скидывает, я не могу. А вот, я могу оттолкнуться. Ничего себе, теперь я здесь застрял. Ребят, сейчас мы с вами получаем по плюс одному прыжку каждую секунду. Потом мы с вами будем получать, как я понимаю, плюс к силе и к другим параметрам. Ну а пока я хочу выше, выше. Давайте, знаете что, сдонатим себе 500 джампов, ребят. И посмотрим, насколько высоко мы с вами будем прыгать. Вот так берем. Воу. Чего? Чего? Чего так много? Ребят. Вот это жесть, смотрите, я приземлился и земля сломалась. А, мы с вами получаем победы. Подожди-ка, а я хочу, например, пройти в следующий мир. Я могу пройти, интересно, в следующий мир? Давайте-ка посмотрим. А, 10 побед надо. А давайте, знаете что? Мы с вами, например, задонатим себе 10 побед. Сколько это стоит? 29 рубаксов, ребят. Сразу сейчас пройдем вместе с вами в следующий мир. Вот так вот. И посмотрим, тут тоже, что ли, прыжки? Да, походу тут тоже только прыжки, хотя в игре... А, не, вот, смотрите, ребят, нам надо пройти дальше. 50 побед. Давайте, ребят, сдонатим себе 100 побед. Подожди-ка, а почему написано джампов? Ну окей, давайте-ка посмотрим. Оп, во, 110, отлично. Давайте посмотрим, как мы с вами прыгнем. Жесть, я сейчас могу отсюда... О, ребятушки, я смогу сейчас пройти третий уровень. Смотрите, ребят, мы сейчас с вами пройдем полностью локацию с прыжками. Окей, погнали. Да, ребят, вот она. Давайте мы сейчас посмотрим, сколько мы получим с вами побед, пройдя ее. Вау, вот это жесть, это я прыгаю. Ребят, смотрите, следующая линия, это у нас скорость идет. Надо будет посмотреть, как там мы с вами будем развиваться, да? Да уж, долго я так падаю. Кстати, у меня нет еще ни одного питомца, ребят, представляете? Мне надо сейчас будет обзавестись питомцами. Кстати, здесь есть лимитные. Но, мне кажется, мы с вами пока обойдемся без лимитных. Жесть, как же долго я падаю вниз, ребят. Ну вот, все, это у нас последняя стенка, которую нам надо перейти, да? И давайте сейчас посмотрим, сколько мы сейчас с вами получим побед, финишируя вот эту линию, ребят. Ну-ка, вот так вот, бам. Смотрите, как земля ломается. 50 побед, ребят. Я получаю 50 побед, а здесь 500 надо, нифига себе. Так, а 1000 побед сколько стоит, ребят? 349 рубаксов, погнали. Я, ребята, покупаю, и мы с вами проходим дальше. Жесть, ребята. О, вот это энергия, смотрите, вот здесь уже энергия. Здесь нам надо с вами быть супер быстрыми. А чё я такой медленный, смотрите, ребят, вообще капец. А где мои победы все? Я думал, они и сюда сейчас... Ребята, эти победы пройдут, а оказывается нет. Серьезно, ну-ка давайте вот сюда пройдем. Во, смотрите, ребят. Жесть, сколько я в секунду получаю. Почему так много? Так, давайте мы с вами тогда вот так вот сейчас откроем здесь питомцев. Может быть, все-таки этих питомцев я смогу перенести в другую локацию. Вот где там у нас бег. Жесть, у меня 18 тысяч джампов, ребят. Вау, а что я так много получаю, кстати, непонятно. У меня 22 тысячи джампов, ребят. Так, давайте питомцев вот так вот экипируем. Кстати, я могу еще одного экипировать. Давайте мы вот так вот, оп. И я думаю, эти питомцы, ребят, будут работать в следующей локации. Поэтому, оп, все, теперь у меня 3 питомца. Ну-ка, да, ребят, вот, все, 3 пета. Погнали, вот сюда переходим. И, во, ребят, смотрите, теперь я получаю больше энергии. И теперь, в принципе, давайте-ка посмотрим, как я буду здесь перемещаться. Во. А вот это уже крутяк, ребят. Смотрите, одну победу я заработал. А тут, как я понимаю, ребят, другие победы. И получается они... смотри, полторы победы я получил. Ничего себе. А здесь есть какое-нибудь, я не знаю, может быть, ребят, перерождения какие-нибудь? Кстати, перерождения я никаких не вижу. Так, у меня 3, да? Надо 20, ребят. Давайте мы с вами соточку вот так сдонатим и сразу пройдем. Я думаю, ребята, вы поставили лайк. Так что я беру вот так вот, прохожу дальше. Дальше, кстати, могу уже сразу пройти вот так вот. И здесь 1000 надо, ребят, жесть. А питомцы есть? Да, питомцы есть. Но 400 побед, ребят, стоит. Давайте посмотрим, сможем ли мы с вами пройти до конца. Ну-ка, погнали. И, о, скорость достаточно неплохая. Интересно, сколько нам сейчас побед дадут, смотри.
Жесть. Эта линия очень длинная, ребят. Смотрите, я только сейчас примерно в серединке. Но я думаю, что побед 20 нам должны давать. Ну-ка, давайте смотрим. 2. О, нет, 70 побед, ребят. Нам надо 1000, да? Давайте мы сейчас с вами несколько раз пробежимся. И, ну-ка, давай вот так, АФК-мод. А, надо вступить в группу, ребята, чтобы получить АФК-мод. Чтобы вот так вот постоянно бегать без своего участия, да? Он бы у нас сам бегал. Тут, кстати, есть нюк, уничтожение всего сервера за 250 рубаксов, ребят. Ну, ладно, пусть не буду я мешать другим ребятам. Пусть они у нас прокачиваются. А я, ребята, пошел бегать дальше. Мы с вами уже имеем 313 побед. И нам надо два раза еще с вами финишировать, и тогда я смогу купить себе новых пэтов. Надеюсь, они намного круче, чем вот эти мои. Смотрите, 5,5, 5,5 и 4,5, надеюсь. Реально круче, ребят. Так, у меня сейчас 418, кстати, давайте пройдем. И купим, ребята. За 0,75, может, нам процентов выпадет кто-нибудь, а? Бам. Легендарный Магма Драгон. Это 0,75, ребята. Мне повезло, капец, как он 11 иксов дает, ребят. Жесть. А дальше интересно, что, смотрите, здесь нам надо 1000 побед теперь, да? Да, ребят, 1000 побед надо. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, сколько мы сейчас с вами получим за финиш. Жесть, ребята. Вот это, конечно, я супер жесткий стал, да? Но вот этот питомец, мне кажется, благодаря нему мы сейчас с вами просто очень много будем получать. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну нет, мы получили 100, ну за сотку, ребят, короче, 100 побед мы примерно получили. Короче, надо мне сейчас 10 раз финишировать, чтобы, получается, пройти дальше. Так что, ребята, давайте быстренько я сейчас накоплю 1000 побед, и мы с вами пройдем дальше. Ну что, ребят, смотрите, остается у нас один единственный забег, и я думаю, мы сейчас его очень быстро пройдем. Смотрите, какая скорость! Да уж. Все, ребята, я готов пройти дальше, давайте посмотрим. Это у нас... это у нас жизни, ребят, смотрите. Мы с вами собираем жизни, да? И получается, мы с вами должны пройти до самого верха. А, ладно, давайте попробуем пройти, ребят. Смотрите, 30 побед надо. Так, лезем. Минус 5. Минус 15. В принципе, легко. Пока, ребят, достаточно просто. И мы... почти дошли до самого конца. Нет, еще не дошли. 250. О, одна победа. Ну, слушайте, ребят, достаточно просто. А если, например, я заначу 100 побед, давайте посмотрим, докуда мы сможем с вами пройти. Если я вот так вот покупаю, мы с вами раз двигаемся. А, здесь уже 150, смотрите-ка, ребята. А интересно, дальше есть какой-нибудь проход или нет? Давайте попробуем здесь пройти. Минус 10, минус 45, минус 15%, минус 135, минус 240, минус 700. По 12 побед, ребят, в принципе, по 12 побед. Мне несколько раз еще, ребят, финишировать, и я пройду дальше. Так что, окей, давайте попробуем. Так-то вообще, смотрите, мы с вами очень просто проходим. Бам, и еще плюс. Слушайте, еще раз пройти, ребят, и мы с вами сможем пройти в самую последнюю локацию. Я думаю, там сейчас будет что-то очень интересное, поэтому давайте погнали туда пройдем, ребят. Ну-ка, мы с вами прошли 2000 побед, серьезно, там еще что-то есть? Ребят, прикиньте, еще что-то есть. Давайте попробуем пройти по лаве, смотрите, ребят. Я иду по лаве, теперь я иду по льду. Нифига себе, а можно как-нибудь ускориться? Теперь я иду по какой-то кислоте. Это у нас что такое? Тоже какая-то кислота, как я понимаю, ребят. Это, не знаю, какой-то мазут, нефть. Что это такое, ребят? Напишите в комментариях. Я получаю по плюс 50. Ну, на самом деле, там плюс 80. И, ребята, у нас остается вот эта вот закрытая локация. Если вы хотите, ребят, чтобы я прошел до самого конца, то обязательно напишите об этом в комментарии. И, ребята, я в следующем видео пройду эту игру до конца. Всем, ребят, пока-пока.